Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к вопросам, связанным с SSL-сертификатами, и я покажу, как установить бесплатный сертификат за 2 минуты. SSL-сертификат — это штука, которая дает возможность шифровать трафик, передавая его по HTTPS протоколу. В числе прочего, это добавляет к вашему сайту вот такой значок: «Подключение безопасно». В противном случае браузер предупреждает, что подключение не защищено, а то и вовсе не пускает на сайт. У меня есть скринкаст о том, что такое SSL. Там я показываю, как подключить сертификат на примере сервиса Cloudflare. Сервис хороший, но, во-первых, настройка Cloudflare требует определенных навыков и времени, а во-вторых, иногда бывает, что-то ломается, у меня такое было, и я так и не смог решить вопрос. В обоих случаях можно воспользоваться бесплатным сертификатом Let's Encrypt от ISRG, который напрямую связан с фондом электронных рубежей и Mozilla Foundation, а значит, сертификат этот заслуживает высокого доверия. Устанавливается SSL-сертификат на уровне домена, а значит, у хостинг-провайдера. Не скажу за всех хостеров, но большинство точно поддерживает установку Let's Encrypt в числе базовых функций. Ну, я надеюсь, что так. По крайней мере, у моего провайдера это вынесено отдельным пунктом. У разных провайдеров делается это по-разному, но в любом случае ищите там, где домены. Чтобы сделать этот скринкаст, пришлось мне распрощаться с сертификатом от Cloudflare. Но ничего, он все равно не работал. И ждем выпуска сертификата от нескольких часов до 2 дней. На самом деле врут, у меня прошло минут 15, и на почту пришло письмо, что сертификат выпущен. В принципе, сайт уже доступен по HTTPS наравне с HTTP. То есть мы подключили сертификат, но можно это дело усовершенствовать и на стороне хостера сделать редирект. Он будет отправлять все запросы по HTTP на HTTPS. Опять же, у разных по-разному, у меня это делается так. Ну и проверим, наконец, результат. Даже при попытке перейти по HTTP на Svelte.ru, мы переходим по HTTPS. Видите, замочек и подключение безопасно. Это сработал наш редирект. На этом опять же можно было бы остановиться, но где-то в недрах WordPress остались следы HTTP. Например, вот здесь, в настройках. Кроме того, если вы вставляли внутренние ссылки с одной страницы сайта на другую просто через URL, они остаются с HTTP в адресе. Видите, внизу тут. И хотя, переходя по ссылке, мы перейдем по HTTPS благодаря редиректу, зачем оставлять ненужные хвосты? Иногда это может вызвать какой-то конфликт. Тем более, что все вопросы по переходу на HTTPS можно поручить плагину Really Simple SSL, и он сделает всю работу за вас. Все необходимые функции есть в бесплатной версии плагина. Установить, активировать. И вперед к защищенному будущему. Еще раз логин, пароль, и все. Мы перешли на HTTPS протокол. Заглянем в настройки. Да, он заменил здесь адрес сайта на HTTPS. А проверим нашу ссылку. Да. Он пробежался по-быстрому по сайту и исправил все урлы. Работа сделана. Радуйтесь, вы защищены. В принципе, я бы резюмировал так. Если у вас крупный сайт с функцией приема платежей и большим объемом персональных данных типа Сбербанк.ру, лучше все-таки сертификат купить. Во всех остальных случаях Let's Encrypt можно вполне доверять. Все, любите друг друга, живите в мире защищенных сайтов, но не превращайтесь при этом в параноика. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.